Альбер Камю, сцены из пьесы «Калигула». Здравствуй, Гай, здравствуй, Геликон. Ты как будто устал, много ходил. Тебя долго не было. Было трудно найти. Найти что? То, что я хотел. А что ты хотел? Луну. Что? Хотел луну. Зачем? Одна из тех вещей, которых у меня нет. Но теперь-то все в порядке? Нет, не смог достать. Сумасшедший. Более того, я рассудителен как никогда. Просто внезапно почувствовал, что мне нужно невозможное. На мой взгляд, существующий порядок вещей никуда не годится. Поэтому мне нужна луна, счастье, бессмертие, что-нибудь, пускай безумное. Но только не из этого мира. Я знаю, о чем ты думаешь. Столько шуму из-за смерти одной женщины. Нет. Нет, Геликон. Эта смерть тут ни при чем. Я действительно припоминаю, что несколько дней назад умерла женщина, которую я любил. Но что такое любовь? Пустяк. Эта смерть только подчеркнула истину, из-за которой луна мне стала так необходима. Что же это за истина, Гай? Люди умирают, и они несчастны. Гай, мне кажется, тебе нужно немножко поспать. Нет, Геликон, я больше никогда не смогу этого сделать. Если я буду спать, кто мне даст луну? Слышишь? Шаги, голоса. Появляются патриции. Мы искали тебя, Гай, я вижу. Мы волновались. С какой стати? Но ты же знаешь, что должен уладить еще кое-какие дела относительно государственной казны. Относительно государственной казны. Ну как же, это очень серьезно. Государственная казна имеет огромное значение. Все важно. Аграрные законы, снабжение армии, внешняя политика, общественная мораль, финансы. Я займусь этим. Непременно займусь. Управитель, да, Гай. Ты мне верен? Конечно, Гай. У меня есть для тебя план. Мы перевернем всю политическую экономику в два хода.
Слушай внимательно. Ход первый. Все патриции, нет, все лица империи, владеющие каким-либо состоянием, большим, маленьким, это совершенно одно и то же, обязуются в принудительном порядке лишить наследства своих детей и завещать все государству. По мере наших надобностей мы будем убивать этих лиц. В порядке списка, составленного произвольно, при необходимости мы сможем изменить этот порядок опять-таки произвольно, и мы все унаследуем. Порядок казни не важен, вернее, нет, все казни важны. Впрочем, что те, что другие, все будут виновны. Заметьте, кстати, что грабить граждан напрямую не более безнравственно, чем вводить косвенные налоги через цены на предметы первой необходимости. Управлять значит грабить. Это всем известно. Только способы разные. Я буду грабить открыто. Если государственная казна имеет значение, тогда человеческая жизнь его не имеет. Это ясно. Все те, кто думают так же, должны согласиться с этим размышлением и полагать, что их жизнь ничто, коль скоро деньги для них все. Радуйтесь, наконец-то у вас появился император, который обучит вас свободе. Идите, возвестите Риму, что ему наконец-то возвращена свобода. Но вместе с ней приходит великое испытание. Идите. Патриции расходятся. Некоторое время Калигула стоит неподвижно, потом садится, обхватив голову руками, и начинает плакать. Появляется Цезония. Ты плачешь? Но что в сущности изменилось? Да, ты любил Друзиллу, но ты и меня любил, и других женщин тоже. Ее смерть не причина уходить и возвращаться назад с таким чужим лицом. Цезония, я хочу перемешать небо и море, красоту сплавить с безобразием и страданий высечь брызги смеха. Но ведь есть добро и зло, величие, низость, праведность, беззаконие. Поверь, это все останется неизменным. Цезония, я желаю это все изменить. И я принесу в дар нашему веку равенство. И когда все выровняется, невозможное придет наконец на землю. Луна ко мне в руки, тогда люди перестанут умирать. Они будут счастливы. А как же любовь? Любовь — это вздор. Важно совсем другое.
важна государственная казна, ты ведь слышала? Вот с этого все и начинается. Теперь, Цезония, я буду жить. А жизнь и любовь — вещи противоположные. И я приглашаю тебя на невиданный праздник. Я приглашаю тебя на вселенский судебный процесс, на прекраснейшее из зрелищ. Цезония, я покажу им то, чего они никогда не видели. Единственного свободного человека. Прошло 3 года. Геликон. Да, Гай. Как продвигается работа? Какая работа, Гай? Луна. Движется понемногу, Гай. Надо только набраться терпения. Терпения у меня хватит. Может, не хватить времени, Геликон. Нам надо торопиться. Гай, я должен сказать тебе одну очень важную вещь. Заметь, что она уже была моей. Кто? Луна. Правда, только 2 или 3 раза, но была моей. Гай, выслушай меня, это очень серьезно. Это было прошлым летом. Я смотрел на нее, я ласкал ее на колоннах сада. Она поняла, этот лак никуда не годится, Геликон. Да-да-да, вернемся к Луне. Это случилось в чудесную августовскую ночь. Сперва она немного пококетничала, я уже лег. Сначала она была совершенно кровавая и стояла вот там, над горизонтом. А потом начала подниматься все выше. Становиться все легче. Чем выше она поднималась, тем делалось светлее. Она была как молочно-белое озеро во тьме, полный мерцающих звезд, и, наконец, она явилась ко мне. В жарком дыхании ночи, нежная, легкая, нагая, она миновала порог спальни. Неспешно, но уверенно приблизилась к моей постели и заструилась в нее, обливая меня своим сиянием, своей улыбкой. Этот лак решительно никуда не годится, Геликон. Вот видишь, я могу сказать, не хвастая, она была
моей. Гай, ты хочешь знать, что тебе угрожает? Нет, нет, я хочу только луну. Я еще не исчерпал всего, что заставляет меня жить, поэтому я хочу луну. И не появляйся здесь, пока не достанешь мне ее. Хорошо. Я скажу то, что должен сказать. Против тебя готовится заговор. Во главе его Хирея. Мне удалось перехватить список заговорщиков. Я оставляю его здесь. Геликон! Да, Гай. А ты куда? За луной. Для тебя. Уходит. Цезония! Геликон ушел. С дружбой я покончил. А ты, я спрашиваю, ты почему еще здесь? Потому что я тебе нравлюсь, Гай. Нет, нет, нет. Если бы я тебя убил, то понял бы, наверное. Гай, ну почему я не могу поделиться с тобой своим счастьем? Кто тебе сказал, что я несчастлив? Счастье великодушно. Оно не истребляет других, чтобы жить. Значит, есть два вида счастья. Я выбрал тот, который смертоносен, и я счастлив. Да, Цезония, было время, когда я думал, что дошел до пределов страдания. Нет, нет, можно идти дальше. Вот там, за рубежами страны отчаяния, лежит счастье, величественное, бесплотное. Смотри на меня, смотри, Цезония! Я смеюсь, когда вспоминаю, что не один год весь Рим боялся произнести имя. Друзилла, Рим, не один год заблуждался. Любви мне мало. Это я понял тогда. Сегодня я думаю точно так же, глядя на тебя. Любить кого-то – это значит согласиться стареть вместе. Я не способен на такую любовь. Старая Друзилла – это гораздо хуже, чем Друзилла мертвая. Вам кажется, человек страдает, потому что любимое существо умирает нежданно. Нет, нет. Настоящее страдание – не этот вздор. Оно наступает, когда понимаешь, что и горю приходит конец. Даже сама скорбь лишена смысла. Вот видишь, Цезония, оправданий для меня не найти ни в чем. Ни в тени любви, ни в горечи грусти. У меня нет алиби. Но сегодня я еще свободнее, чем был все эти годы. Я освободился от воспоминаний, от иллюзий. Я знаю, что всему приходит конец. Какое открытие! Нас было двое, трое во всей истории, кто испробовал его на деле, кто испытал это сумасшедшее счастье до конца. Цезония, ты досмотрела прелюбопытную трагедию до самой развязки. Пора опускать занавес. Такая ужасная свобода – это и есть счастье? Да. Это оно и есть.
Без него я был бы довольным, сытым, а благодаря ему я обрел богоравное ясновидение одиночек. Я живу, я убиваю, я обладаю головокружительным могуществом разрушителя, рядом с которым могущество Творца кажется жалкой пародией. Это и значит быть счастливым. Это и есть счастье. Невыносимое освобождение, презрение ко всему на свете, кровь, ненависть вокруг, несравненное уединение человека, окидывающего взглядом всю свою жизнь, необъятная радость безнаказанного убийцы, неумолимая логика, которая перемалывает человеческие судьбы, и твою тоже, Цезония, чтобы для меня наконец-то наступило вожделенное одиночество во веки веков. Нет, нет, никакой любви, никакой нежности. Время не ждет. Время не ждет, дорогая Цезония. Душит Цезония, опускает тело на пол. Некоторое время стоит неподвижно, потом медленно идет к зеркалу и долго смотрит на свое отражение. Решил быть логичным, идиот. Остается только узнать, до какого предела. Если бы тебе принесли луну, все бы изменилось, невозможное стало бы возможным, все преобразилось бы разом в один миг. Ну а почему бы и нет? Как знать, Калигула. Все меньше людей вокруг меня. Странно. Слишком много мертвых. Слишком много мертвых. Какая от этого пустота? Даже если бы мне принесли луну, я уже не смог бы вернуться назад. Даже если бы мертвые снова зашевелились под ласками солнца, убийства от того не ушли бы обратно под землю. Логика, Калигула, логика. Надо твердо держаться логики. Безграничная власть,
безграничная верность своей судьбе. Нет, 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 назад не возвращаются. Надо идти до конца. Во дворце слышны крики, топот, лязг оружия. Калигула продолжает стоять перед зеркалом, глядя на свое отражение. Судьбу понять нельзя, поэтому я сам решил занять ее место. Сегодня я Венера. Это не кощунство, это драматическое искусство. Ошибка всех этих людей состоит в том, что они недостаточно верят в театр. Иначе бы они знали. Разыгрывать небесные трагедии, превращаться в Бога позволено каждому. Надо только вырвать всякую жалость из собственного сердца. Все кажется таким сложным, а на самом деле все просто. Если бы я получил луну, если бы любви мне было довольно, все бы переменилось. Но чем утолить мою жажду? Какое сердце, какое божество бездонно, как озеро, чтобы напоить меня? А ведь я знаю, и ты знаешь тоже, что мне нужно только одно. Невозможное. Я искал его на границах мира. Я искал его на краю своей души. Я протягивал руки, я протягиваю руки и везде натыкаюсь на тебя. Передо мной всегда только ты, а я полон ненависти к тебе. Я пошел не той дорогой, она никуда не ведет. Моя свобода ложная. Геликон. Геликон. И тут тоже ничего. Ох, как тяжела эта ночь.
Вот видишь, геликон не придет, луны я не получу. Эта ночь тяжела, как страдание человеческое. Врываются патриции, вооруженные мечами. Калигула оборачивается на них и начинает смеяться. Патриции закалывают его, поднимают тело вверх над головами. Смех Калигулы переходит в хрип. Его последние слова. В историю, Калигула! В историю! Там, может быть, слышали? Наверное.